По словам президента России, получить рассрочку и снизить проценты при погашении бюджетных кредитов регион сможет уже в следующем году. С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Бюджетных кредитов. Рассчитываю как минимум на 7 лет. Для отдельных регионов, сейчас скажу для каких, эта программа может быть еще более льготной. Она может быть растянута на 12 лет. Причем в первые 2 года действия программы договорились заложить максимально льготные условия. Регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. Всего по 5%. Такой график позволит субъектам федерации только в ближайшие 2 года высвободить в общей сложности 428 миллиардов рублей. Поясню вот на примере. Для Краснодарского края 10,7 миллиарда рублей. Фактически это дополнительные деньги, помощь дополнительной регионам со стороны федерального бюджета. Эти деньги Краснодарский край сможет направить на развитие социальной сферы или транспортной инфраструктуры. Как раз развитие пассажирских перевозок в регионах стало основной темой Госсовета. Общественный транспорт, как заметил Владимир Путин, несет социальную нагрузку. Поэтому необходимо разработать систему стандартизации этой отрасли. Например, на Кубани, как озвучил губернатор края Вениамин Кондратьев, в первую очередь в реорганизации нуждается трамвайный парк Краснодарского. Краснодар – один из немногих городов России, где еще ездят трамваи. На обновление сети необходимо больше 12,5 миллиардов рублей. И без федеральной поддержки модернизировать эту систему будет сложно.